Привет, друзья, а также гости моего канала. Всех очень рада видеть у себя в гостях. Сегодня, друзья мои, мы будем с вами готовить самое праздничное, самое новогоднее блюдо грузинской кухни – сациви. Приглашаю всех на свою кухню. Будем готовить вместе. Погнали! Итак, чтобы приготовить сациви, нам, конечно же, нужна курочка. Обычно сациви готовят из целой курицы или еще лучше из индюшки, но я решила взять вот такие отдельные куриные ляжки и пару филешек. Здесь где-то 1,2 кило. Значит, на 1,2 кило куриного мяса нам понадобится 0,5 килограмма лука, 4 головки у меня, пучок кинзы, 4-5 зубчиков чеснока, 300 грамм орехов, это где-то 2 стакана, 2 яйца и специи. Значит, что у нас по специям? Сухая кинза, хмели сунели, уцхо сунели, желтый цветок, вот это шафран и перец горький. Ну, желательно так красненький. Можно целый стручок горького перчика, но это уже по вкусу, кто как любит. Ну и, конечно же, все это надо будет потом уже посолить. Ну что ж, с чего мы начинаем? Для начала мы поставим нашу курочку вариться. Кладем курочку в кастрюльку, заливаем водой так, чтобы только закрыла курицу. И ставим на газ. Когда курица будет уже почти готова, но еще не совсем сварена, отключаем наш бульон и вытаскиваем курицу, чтобы она охладилась и чтобы ее можно было порезать уже на детальки, на кусочки. Ну что ж, приступаем. Ну, а пока наша курочка будет вариться, мы с вами нарежем лук. Лук мы будем нарезать меленько. Чем мельче, тем лучше. Ну, вот наш лучок нарезан. Теперь мы ставим его тушиться на подсолнечном масле, естественно, до золотистой корочки. Ну, а мы с вами, пока наш лучок тушится, приготовим вкуснейшую ореховую смесь для нашего сациви. Итак, перемалываем орехи, кинзу и чеснок. Друзья, сюда же я положу перемалываться чайную ложку острого перца. Он немного крупно у меня помолотый, поэтому не помешает еще раз его промолоть. Мы помололи наши орехи, и теперь в эту массу мы добавим специи. Еще раз повторюсь, специи: кинза сушеная, хмели сунели, уцхо сунели и желтый цветок шафран. Все добавим по 2 ложки. Только желтый цветок можно побольше для цвета. Добавляем все в эту нашу ореховую смесь. Перемешиваем. И сюда же, друзья, вот в начале видео я забыла сказать, мы добавим 2 столовые ложки уксуса. Я напишу это потом в описании под видео. Но сюда нам понадобится еще 2 столовые ложки уксуса. Теперь все это мы тщательно перемешиваем. И ждем, когда подготовится наш лучок. Ну что ж, наша курочка готова. Сейчас мы ее вытащим, чтобы она остыла.
И мы могли бы ее легко порезать. Ну что ж, нашу курочку мы остудили и порезали на кусочки. Лук у нас поджарился. Бульон мы процедили. Ореховую смесь мы приготовили. Что мы делаем дальше? Теперь мы перекладываем нашу курочку обратно в кастрюльку. Сюда же перекладываем наш поджаренный лучок. Сюда же высыпаем нашу смесь ореховую. Все это заливаем бульоном так, чтобы он закрыл нашу курочку. Вот сразу весь бульон я не буду наливать, потому что сациви должно быть густое и много жидкости, в принципе, не есть хорошо. Ну, сейчас, если кто-то любит так более как жиденькое, как супчик, тогда можно и побольше жидкости. Сациви блюдо, которое едят как бы в охлажденном виде. Но я знаю людей, которые любят его разогревать и именно как супчик кушать. Так что это уже на ваше усмотрение, друзья мои. Ну вот, думаю, что хватит. Теперь мы хорошенечко это все перемешиваем. Так, чтобы наша курочка не особо разваливалась. Так, теперь мы ставим нашу кастрюльку снова на огонь. И как только она закипит, буквально через минуты две, мы ее отключаем и оставляем ненадолго, чтобы она немного охладилась. При этом попробуйте ваше сациви на соль и добавьте столько, сколько нужно. Положу пока ложку. Потом попробуем, если что, подбавим еще немного. Так. Обязательно проследите, чтобы ваше сациви не кипело вот интенсивно и долго, иначе курица развалится и она такой превратится в такую кашу. А тут желательно, чтобы куриные кусочки были такие вот целенькие. Поэтому проследите, как только начнет закипать, буквально 2 минутки и отключаем. Ну что ж, наша сациви закипела. Сейчас она пару минут покипит, мы его отключим и подождем, когда она немного остынет. А затем мы снова поставим его на газ. Берем наши 2 яйца, взбиваем. И пока она будет закипать второй раз, мы потихонечку вольем сюда 2 яйца. Как только оно закипит, отключаем наше сациви и все, оно готово. Ждем потом, когда оно остынет. Сациви подают на стол в холодном виде. Вот и весь рецепт этого уникального грузинского супер-пупер вкусного блюда. Друзья мои, готовьте, не пожалеете. Ну что ж, потихоньку добавим наши яйца. Взбитые хорошенечко вот так помешивая. Как только наше сациви закипит, мы его отключаем и оставляем до полного охлаждения. Наше сациви готово, друзья!